И вот он пытается... Посмотрите. Картина называется «Ждун». Стас говорит, он тут уже пришел несколько минут назад. Сейчас я, конечно, пойду его впущу. Но обычно он либо мяукает, чтобы его впустили, либо он, я все хочу заснять, он прыгает на ручку двери. Я не знаю как, зависает. Он зависает на ней? Угу, и пытается задними лапами открыть. Вот смотрите. Блин, так хочу заснять это. Так, главное, чтобы нас не спалили. А то в прошлый раз я с камерой подхожу к окну и просто так телефоном бэм об стекло. И Марти сразу меня увидел и такой мяу, мяу. Блин, мне кажется, он не слышит. Хотя тут, ну как бы, нас не должно быть слышно. Так, смотрим. Так. Угу. Ну прыгни на ручку, Марти, ну пожалуйста. Так, смотрите, смотрите, смотрите. Котик. Ну да, сейчас прыгать будет. И вот он пытается ее открыть, но это у нас не та ручка. Да-да-да, он у Стаса открывает все ручки, он может открывать все двери. Ну сейчас вот снизу пытается, да? Да, он снизу, он просто эту дверь очень плотно мы закрыли, если она более-менее так не до конца зашла, он ну, может открыть. Ну ладно, открывай, пацана, раз не хочешь дойти. Ну, засняли, наконец-таки. Марти! Это ты? Точно? Запускаю. Да, привет. Как твои дела? Ты все свои дела сделал? Смотри, Таффи с Эдди по тебе соскучились. Ну, пропустите пока. Сейчас поест и снова пойдет по делам. Марти, а мы засняли, как ты это...